До конца февраля не ищите. Пожелайте 7 футов под килем. Стану я гражданином вселенной и пиратом карибских флотилий. Станут волны моей колыбелью, а каюта домашней постелью. Я забуду, как пахнут сугробы и как воют надрывные метели. И, раскрыв паруса, словно душу, руку к сердцу прижму аж до хруста. Поклянусь быть свободным и сильным. Этой клятвы, клянусь, не нарушу. Вот такое у меня было настроение, когда, собственно говоря, я поехал. Поездка состояла из нескольких дней в Гаване, потом Сен-Фуэгос, потом яхтинг по Карибскому морю, потом опять Гавана, Вородера. В общем, такое довольно было интересное событие.